Всем привет из Питера, с вами Андрей. Сегодня разберем 5 самых больших городов Таджикистана. Таджикистан считается одним из самых древних государств в мире. На территории этой страны некогда находилась небольшая часть известного древневосточного государства Согдиана. Особую привлекательность Таджикистан получил благодаря своей уникальной природе. Многие туристы приезжают в эту удивительную страну, чтобы насладиться неповторимыми природными красотами Памира, чистейшими водами озера Каракуль и Искандеркуль, горячими источниками, а также древними достопримечательностями. Крупных городов в Таджикистане не так и много. Ну что, друзья, погнали, 5 самых больших городов Таджикистана. Истаравшан – город в Сагдийской области Таджикистана, административный центр Истаравшанского района, расположен на севере Таджикистана, в предгорьях Туркменского хребта. Истаравшан принято считать музеем, который расположился прямо под открытым небом. В 2002 году в городе отметили знаменательную дату – 2500 лет с момента его основания. С давних времен в этом живописном городе наблюдалось активное развитие ремесел и торговли. Истаравшан представляет собой один из наиболее древних поселений в Центральной Азии. Город назывался Ура-Тюбе вплоть до конца 2000 года, но впоследствии его переименовали в Истаравшан. Население города – 64 тысячи жителей. На юге Таджикистана расположился город Куляб. Он небольшой, однако история города достаточно богата. В 2006 году горожане отмечали 2700-летие своего общего дома, что делает его одним из старейших городов мира. Это и неудивительно. Плодородные земли Кулябской долины привлекали сюда поселенцев еще в каменные века. Еще одним фактором, способствовавшим развитию города, стало его развитие на важнейшем Великом Шелковом пути. Из-за этого в Кулябе активно развивались ремесла, в частности ткачество, металлообработка и ювелирное дело. Все это помогло наладить дипломатические связи с соседними государствами. Туристические достопримечательности представлены средневековыми мавзолеями, остатками древнего городища и живописными горными массивами. Также интересны природные парки и заповедники окрестности Куляба. Население города 105 тысяч жителей. Бухтар. До 2018 года Курган-Тюбе расположен в верхней части Вахшской долины, в 100 километрах к югу от столицы республики Душанбе, в центре богатого оазиса. Курган-Тюбе является административным центром Хатлонской области. Согласно древним источникам, оазис Курган-Тюбе появился во времена Кушанского царства. Это был уже большой город, который имел свою собственную валюту. В конце 7 века он попал под власть арабов. Население города на данный момент 110 тысяч жителей. Худжанд – столица северного Таджикистана и второй по величине город в стране. Город имеет древнюю историю. По мнению историков, легендарный город Александр Эсхата был построен Александром Македонским на месте нынешнего Худжанда и вошел в историю как город высокой культуры, важных торговых и ремесленных центров. Это во многом объясняется его выгодным расположением. Худжанд стоит при въезде в плодородную Ферганскую долину, благодаря чему был одним из главных центров Великого Шелкового Пути и наслаждался процветанием и богатством. Один из старинных городов Центральной Азии. Как Худжанд известен с 7 века. В 10-9 веках после российского вторжения Худжанд стал центром уезда, где быстрыми темпами начала развиваться промышленность. Сюда была проведена железная дорога, город стал центром культурной жизни. Отсюда родом были многие известные представители таджикской интеллигенции. В городе построено 20 крупных предприятий, вузы, культурные учреждения. Население города 183 тысячи жителей. Душанбе. Естественно, первое место – это столица, удивительный крупный город, который является столицей Таджикистана. Его можно смело назвать административным центром страны, как в политическом и культурном, так и в экономическом плане. Здесь все насыщено историческими событиями. Прогуляться по местным площадям, древним строениям и музеям можно узнать о жизни прежних цивилизаций, существовавших здесь много веков назад. Основателем этого города является Исмаил Самани, в честь которого названа местная валюта. Таджикская историческая память подтверждена большим количеством улиц и площадей, названных в честь известных национальных поэтов и писателей. Также Душанбе является центром промышленной отрасли, ведь здесь производится около трети от всей продукции страны. Население города 880 тысяч жителей. Что ж, друзья, на этом пока все. Кстати, у меня есть довольно популярный ролик о 10 самых больших городов Центральной Азии. Ссылочка на него будет в конечной заставке. И также про все остальные среднеазиатские страны у меня есть подобные ролики. Что ж, спасибо вам за просмотр, друзья. Главное, берегите себя.
С вами был Андрей. Всем пока.